совсем недавно у нас прошел фестиваль «Притяжение». Он, вернее, продолжается, скажем так, будет в течение месяца проходить. Хотелось бы узнать, как родилась идея такого масштабного мероприятия, которое проведено у нас в Карачаево-Черкесии, откуда черпали вдохновение и, собственно, что ждет наших жителей и гостей вот в ближайшем будущем. Отправной точкой послужил грантовый конкурс Ростуризма между субъектами Российской Федерации на организацию событийного туризма в регионах. Ну, это нужно для того, чтобы, так как мы развиваем туризм, наша организация, в частности, и Министерство туризма и курортов республики, это помогает дополнительно загружать наши курорты, создавать поток людей, для того, чтобы им было чем заняться, помимо того, что есть, пить, спать, находясь у нас в республике. Была такая возможность, начали думать о том, как это будет уже выглядеть. Министерство подало конкурсную заявку, решили задействовать такую широкую географию. Это у нас и курорт Архыз, и курорт Медовые водопады, и город Карачаевск, и город Черкесск. Это такие основные оси направления наших туристов, которые посещают нашу республику. Ну и уже потом начали думать, где, чем, как развлекать людей. Ну и, конечно, Каппадокия турецкая. Очень нравится всем визуально. Решили попробовать такой опыт, как это будет смотреться в КЧР. Потом думали о том, что нам самим показать. Это лошади, это наша кухня, это наши маршруты туристические, да, тропы, по которым можно походить. Это наша инфраструктура, которая сегодня создается, современная, наши парки, города. В общем, все это нужно было подсветить, и исходя из того, что у нас есть и немного нашей фантазии, был такой облик мероприятия и принял. Хотелось бы узнать, что ждет гостей в ближайшие выходные и, собственно, когда завершится фестиваль. Вход на все мероприятия свободный. В субботу и воскресенье у нас мы работаем на курорте Архыз. Там развлекательная программа, посещение фирмы «Альпак». Также в эту субботу велопробег в том числе будет для любителей спортивного туризма, скажем так. И в воскресенье также будет работать курорт и ферма «Альпак». И уже 16 сентября на площадке города Черкесска на Зеленом острове пройдет гастрофестиваль. Будет представлена наша кухня, наш мед Карачаево-Черкесии. И все это мероприятие будет перекликаться с Днем города и Днем республики. Такое масштабное мероприятие трудно организовать без партнеров. Наверняка у вас такие были. Вот хотелось бы узнать, в тандеме с кем вы реализовывали, собственно, такой масштабный проект? Главный наш партнер – это Министерство туризма и курортов, которое, в принципе, да, довело финансирование на обеспечение этого мероприятия. Также у нас есть партнеры коммерческие структуры. Они все были представлены на площадке, все свою продукцию также предоставляли, или помогали нам оплачивать наши расходы. Также партнерами является, конечно, правительство республики, оргкомитет фестиваля, это все министерства и ведомства задействованы, это Минздрав, МЧС, Минкультуры, Миннации. Все, кто может или как-то представляет исполнительную власть, региональную или местную, это администрация там, Карачаевского района, Карачаевского городского округа, администрация Малокарачаевского района, это все наши партнеры. И некоммерческие организации. Это проект «Музыка улиц», это высокогорный креативный кластер, блогеры какие-то, сообщества местные, локальные. Такая большая дружная команда, вместе с которой мы делаем фестиваль, вроде пока справляемся как-то. Мы пока ждем геоданные от наших партнеров, сотовых операторов, но по оценкам, которые дает курорт «Медовые водопады», это было за 2 дня порядка 15 тысяч человек, и большая часть это были жители КМВ, это были как раз таки туристы. Конечно, жители нашего региона тоже не упустили данную возможность, посетили это мероприятие. Внутренний туризм внутри региона тоже существует.
в городе Карачаевске, конечно, у нас было больше местных, плюс тот транзит, который идет в Донбай, туристов. Мы специально выбрали днями проведения фестиваля выходные дни, когда многие планируют из ближайших регионов просто свои поездки там на автомобиле на наши курорты. И посещая их, они как раз могут заглянуть к нам на фестиваль, провести там время, посмотреть, чем еще богата наша республика. А если говорить о результатах, о реализации данного проекта, каким вы видите эти результаты, собственно, и как вы будете проверять, сработал ли проект, успешно ли он реализован? Мы хотим показать людям, что в Карачаево-Черкесии интересно и весело. То есть есть и другие виды отдыха, кроме тех, которые традиционно известны. Это там поездки, походы, проживание в отелях, там наслаждение нашей гастрономией. И, конечно, мы бы хотели, чтобы фестиваль стал ежегодным, и люди уже ориентировались на это мероприятие и планировали свой отдых уже с учетом проведения фестиваля. Такие мероприятия однозначно нужны, они создают какой-то устойчивый поток, помогают туроператорам продавать туры в нашу республику. Если у нас сегодня уже есть инфраструктура, да, где мы можем принимать туристов, то, как говорится, нужно дать еще помимо хлеба еще и зрелище. И именно этим мы занимаемся. Ну и мне кажется, первый опыт у нас такой успешный. Если все сложится и в следующем году проект все-таки будет вновь реализован и фестиваль повторится, каким ты видишь его в идеале, его развитие? По масштабу я хотел, чтобы он был как Burning Man, который проводится в штате Невада, в соляной пустыне, и собирает 100 тысяч человек в течение недели. Ну, это в плане масштабов, конечно. С точки зрения картинки, наверное, нашему культурному контексту она немного не соответствует. Хотелось бы создать что-то самобытное. Мне очень понравилось, какой эффект произвела на всех посетителей фестиваля конная выводка на медовых водопадах. Я сам до сих пор под впечатлением от этого мероприятия. Ну, это удивительное зрелище. Я не думал, что лошадь может быть такой красивой, если честно. Ну, хочется создать что-то самобытное. Конечно, мы должны это подсвечивать какими-то известными и типовыми формами. Это концерты, это вот те же воздушные шары. Но и хочется создать что-то наше локальное, местное. Вот, я думаю, наша культура местная, да, там, кавказская, это кухня, это наши животные, это наши обычаи. Вот эту область мы должны развить еще больше, и всем будет интересно, я думаю.